Слушай, повтори, у тебя вроде нормально получилось? Да, нормально. Не-не-не, мне все так показалось, да. Подожди, вот скажи, что тут вообще можно придумать? Слушай, брат, я сейчас не могу, меня девушка ждет. Ну подожди, подожди, подожди. Просто мне в голову ничего не лезет, может, поможешь чуть-чуть? Пробуй так. Ага, слушай. Си, ми, ре, фа, си бемоль. Си бемоль. Стой, стой, я еще раз сейчас попробую, просто с первого раза. Си бемоль повторяй. Да, си бемоль повторяй. Еще давай. Неплохо. Только вот давай сейчас последнюю часть убирай, а предпоследнюю повтори. Ну? Вообще замечательно. Ну это ж вы. Да, да, это я все. Не-не, давай еще чуть поменять. До конца-то. Слушай, я и так уже опаздываю. Подожди, 5 минут. Всего 5 минут, подожди. Бас барабан. Бас-барабан, 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 да пофиг, записывай. Не, я не мог такое придумать. Я прям чувствую эти строки. Что-то, что-то типа депрессивных таких слов. О чем-то глубоком таком бояться. Что-то типа... Что-то со мной не то, что-то со мной не то. Это чё? Это фристайл, брат. Ладно, все, я устал. Ничего так, да? Надо такой звук, как лай больной собаки. Как у собаки, которая живет в тяжелых условиях, которая хочет пить. Вот так. Записать? Давай. Не, подходит, слушай. Вообще офигенски. Чего-то не хватает. Может, не хватает волынки? Вот так. Волынки. Ну, как звук больной утки. Не, ты слушай меня вообще, ты меня слушаешь. Как крякает утка. Записывай, записывай. Да, то возьмем, забудем. О, ща погонит. Вообще нормально. Для такой музычки нужны четкие слова, что-то депрессивное. И чтобы припев взорвал. Понял меня? Ну, понимаешь, ну, куплет, от которого дметь охота. Ну, такой куплет, чтобы башко взорвался нахрен. Дошло? Нужно что-то такое, типа, чтобы послушал куплет и потом взял, самоубился, закопался. Что депрессия, депрессия, и бабах, взорвел. Ну, ты ж понимаешь меня. Сделать такой резкий переход, чтобы аж башку взорвало. Я думаю, надо как-то назвать песню, чтобы в куплет ставить слова типа «Ну давай веселиться», ну или может потанцуем. «Давай веселиться?» «Давай веселиться!» Тут «Давай веселиться!» Ну-ка, включи. Не. Может, мы под экстази? Алло, да, мы под экстази. Мы под экстази? Алло, мы под экстази. Я, наверное, слишком высоко пою. Не то. Нет? Не, не думаю. Ее запретят. Меня импровизация прет. Давай, чё? Пробуй просто импровизировать.
Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Мы просто гениальны. Et là tu te dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus. Eh ben il y en a encore. Спасибо тебе, брат. Да мне ж не тяжело.